Всем привет, это СБ1813, или просто сами продолжаем реакции. На реакции у нас будет такая группа, как Евклид и их трек River Peak. Чё я знаю про эту группу? Ничего. Вот, честно, вообще ничего не знаю. Она мне случайно попалась на Ютубе, и там была какая-то такая супер устрашающая обложка. Я такой, ну, скорее всего, там нейросети были, а-ля Suicide Silence, которые мы тогда с нейросетями смотрели, если кто не смотрел, ТГ и ВК. Блин, я уже говорю это, знаете, как вот всякие там Юрушины и так далее, типа подписывайтесь на мои ТГ и так далее, но не ради рекламы, а потому что, ну, реально, вы, возможно, пропускаете какой-то контент от меня, потому что, ну, я же не выкладываю вот эти обрезанные. Хотя я сейчас задумался, может быть, конечно, пообрезать, ну, не знаю, короче, я буду еще об этом думать, но, если что, некий контент в, собственно, ВКонтакте, в моей группе, и в ТГ его нет как бы на Ютубе в принципе, поэтому заходите, смотрите, если вам интересно, если не интересно, как бы и забейте вообще хрен. Короче, Евклид, вот эта группа попалась, она мне... Я такой, типа, ну да, что-то нейросеть. Я еще тут включил, просто там несколько кадров проскипнул. И такой, блин, что-то там вообще супер жесть какая-то, надо, типа, на реакцию взять. И кто-то из вас мне недавно еще написал, типа, мол, вот опять с нейросетями какая-то приколюха, давай посмотрим. Я такой, ну вот как раз в отложке лежал, давай, собственно, и посмотрим. Ну, не знаю, все, это вот все, что я знаю про эту группу. Ну, наверное, там будет какой-то метальчик, наверное, дед метальчик или что-то такое, хотя, возможно, я, опять же, буду сейчас ошибаться. Единственное, я знаю, что Евклид — это SCP. Вот, связано ли это как-то с SCP, я обожаю просто SCP, вот все, что с этой вселенной связано, вот, ну, а может быть вообще просто, как бы, даже не имеет к этому никакого отношения. Короче, поехали, посмотрим, послушаем, может, что-то годное, а может, какой-то проходняк будет, не знаю, ко. Ну, там жесть какая-то прям. Это прям уф. Жестенько нарисовали, конечно. Но тут уже с музыкантами, то есть условно с актерами для нейросети. Но прикольно, что тут прям вообще на все нейросеть идет. И на, собственно, музыкантов, и на их гитары, и на окружение. Это такая очень, мне кажется, крутая работа в этом плане. То есть, типа, чтобы... Я даже пока не знаю, как они это сделали. В том плане, что они прям отдельно снимали участки тел там и так далее. На это что-то задолбаешься это все делать. Или у них какая-то суперкрутая нейросеть. Что она такая прям сразу это все видит. Потому что, ну, я с нейросетями сейчас тоже немножко работаю. Для своих проектов. Вот у меня так вообще не получается. Я понимаю, что она видит... определенные такие участки вот именно каких-то моментов. Блин, это очень круто выглядит. Это очень круто выглядит и мега парашно звучит. Это просто тут хор обыкновенный, неинтересный. Я даже типа его обсуждать не буду. Просто металл ради металла, вот, собственно, про который я говорил в предыдущем этом. Хрень. Вот, но выглядит офигенно. Вы знаете, вот это чисто... Ну, наверное. Просто я знаю такую тему, что всякие там наркоманы под жесткими веществами, да, осуждаем, естественно, всю эту тему. Но они вот что-то такое типа и видят под этими веществами, там, под всякими грибами и всякой херней. Хотя, как бы, ну, за себя говорить не могу. Я никогда не жесткие вещества не пробовал, пробовать не собираюсь. Поэтому... Скорее всего, увижу такое только в клипе, ну и слава богу, потому что, увидев такое в реальной жизни, я бы, наверное, ну, охерел бы очень жестко. Ну, знаете, это такой, как будто бы, идеальный дэт-метал клип. Это вот реально, когда всякие там, помните, обложки там Cannibal Corpse раньше рисовали, вообще, в принципе, да, вот с Brutal Black Death Metal. Смотришь их облоги вот с этими кишками, вот какой-то, блин, мясом просто бесконечным. Потому что это же было еще до нейросетей. До нейросетей, как бы, облоги вот так, в таком стиле рисовали. Что, потому что это уже, ну, просто мир из кишок какой-то, да, типа. Какая-то жесть, типа. А вот это как будто бы целый полноценный клип. Вот если бы трек еще был хороший, то, ну, типа, хотя бы дэт-метальный, то было бы вообще идеально. А тот трек, конечно, ну прям, да. Блин, ну клип сделан прям офигеть.
Вот опять залипательно, на самом деле. Вот кажется, с одной стороны, что, ну, какая жесть, типа, как на этом можно залипать, а на самом деле залипательно. Блин, ну, прикольно. Слушайте, ну вот это тоже в топ клипов по нейросетям попадет. То есть, и вот у этих Периферии был офигительный клип с нейросетями. Мне прям больше всех он понравился. И вот, наверное, следом вот этот будет. Это прям очень крутая работа. Я реально не знаю, как они это сделали. Выглядит охренительно просто, я вам скажу. Самое забавное, что они первые до такого додумались, типа, ну, не первые, Sissy Silence до этого додумались первыми, но у Sissy Silence, ну, кто не видел, посмотрите, но вот кто видел, помните, да, как там получилось. То есть это было прикольно, опять же, в самом начале, потому что так никто не делал, но сравнивая вот с этим, ты понимаешь, Sissy Silence такое. Так, ну что, вот мы посмотрели клип. Вот, кстати, вот это уже клипом полноценным можно назвать, и не нужно, это прям офигительная работа. От группы Евклид на трек River Peak. Ну, короче, клип мега крутой. Клип мне прям супер понравился. Это прям реально, я не знаю, как они это сделали. Или они реально по частям это все делали. Ну, или какая-то там слишком крутая. То есть, ну, как бы, я понимаю, что нейросеть можно вручную дописывать. И если у них там есть какой-то супер хороший программист, который реально этим, типа, заморочился, то, скорее всего, он мог прописать отдельную вот для них нейросетку, вот именно с кишками, со всей этой дэдметальной темой. И уже после наложения на клип, опять же, я не знаю, как это правильно делается, но типа после вот этого, как фильтром таким большим, типа несколько раз перековерканным, скажем, да, вот, то есть у них, может, вот это и получилось. Но, скорее всего, это все-таки было снято, ну, точнее, не снято, а сделано вот именно прям маленькими кусочками, доделано, естественно, вручную. Это, кстати, опять возвращаюсь к теме того, что, типа, вот, нейросеть заменит людей, мне кажется, нет, мне кажется, это вручную после нарисовки очень сильно много чего надо дорабатывать, чтобы получилось реально хорошо. Но как, в принципе, как инструмент, она мега крутая, потому что, ну, вот такого мы как бы и представить. Ну, представьте просто там, не знаю, лет 20 назад, когда там дэдметальные чуваки-то хотели такой клип, и какому-нибудь там художнику приходит и говорит, мы хотим вот такой клип, и художник такой, типа, идите, знаете, вы куда, блин, с таким клипом, то мне надо будет рисовать просто 10 тысяч лет, чтобы такое, типа, сделать. Ну, реально, чтобы каждый, типа, каждый мини-кадр, типа, по-разному выглядел, вы что, охренели? Вот, а тут, как бы, теперь возможно такое сделать, и, ну, как бы, я, ну, не уверен, но я не удивлюсь, если многие дэд-металлисты, многие дэркорщики, да, вот начнут делать такие клипаки. Потому что, опять же, Sissy Silence, вот эти чуваки сделали, что вот именно можно показать, вот, собственно, вот эту супер мрачную, супер жесткую, вот эту вот кишечно непонятно какую, да, жесть, которую обычно, вот, про которую, собственно, поют, которую любят на обложках рисовать, собственно, чуваки в дэд и около металле. Вот теперь это можно в клипе все сделать. То есть это офигительно, это круто, это прям, да. Вот. Такое вот мое мнение. Ну, а по поводу трека, трек говно. Реально, трек хрень. Я даже ничего не буду говорить. Просто такой дедкор ради дедкора. Вот. И, в принципе, наверное, все. Спасибо всем, посмотрим реакцию. Слушайте, писали, нравится, нравится, сами все знаете. Ну, короче, нейросети офигительные. Они все больше и больше. И, кстати, вот они буквально недавно появились, да? То есть сколько там нейросетям? Годик, наверное. Просто вот максимально они... То есть не годик, конечно. Лично я-то вообще нейросетями начал баловаться года 3 назад. То есть про них еще тогда особо никто не знал. То есть Маджорни даже тогда не было. Я тогда обложки себе рисовал в какой-то прям отдельной нейросети, но она такая, типа, прокачана очень странно была. Вот, а потом, когда, собственно, после Маджорни, вот это все как понеслось, и это все жестче и жестче и жестче. И сейчас реально смотришь иногда, то есть мне попадаются какие-то арты. Ну, то есть зачастую ты, конечно, можешь отличить нейросети от обычных артов, но иногда ты такой смотришь, и ты задумываешься, так, стоп, а это нейросети или нет? Потому что, ну, что-то как-то слишком хорошо. Вот, и потом оказывается, что, ну, реально эта сетка нарисовала, типа. Но, опять же,
То есть это не просто оно такое тебе бац выбило. То есть это надо сидеть, это надо прям вот прокручивать много-много-много раз. Одни через разные фильтры, через разные там настройки. Некоторые, вот говорю, я не говорю, что в этом клипе так было, но мне кажется, было. Некоторые прописывают именно в самом коде специальные нейронки, чтобы оно делало именно то, что ей нужно было. Короче, это прикольно. Прикольно. Приведет ли это к захвату мира терминаторами? Ну, не знаю, посмотрим. Но мне кажется, если оно такое и будет, то точно не скоро. Потому что пока все-таки еще... Вот пока нейросеть идеально не научится рисовать пальцы. Вот потом уже поговорим. Потому что пока... Это да, это с пальцами у них кек. Ну и знаете, с чем у них еще кек? С гитарами. Я вообще не... Все, что с гитарами, я и фотки кидал, и сам вводил. Нейросетки отвратительно получается с гитарами. Ну, рисовать их, что-то с ними делать. Вот в этом клипе я удивился, потому что она хорошо как-то, ну, типа, обволакивала. То есть она понимала, что такое гитара. Так нейросеть очень плохо понимает, что такое гитара и что с ними нужно делать. К сожалению, там, или к счастью, пока не знаю. Короче, вот так. Ладно, все, в принципе. Ну да. Короче, не знаю, может, кто знает еще какие-нибудь нейросетевые клипы, что-нибудь такое интересное, кидайте, тоже можем посмотреть, послушать. Вот. Точнее, наверное, даже больше посмотреть, потому что, опять же говорю, про послушать тут вообще я особо не слушал, но вот именно смотреть было интересно. Клип офиген. Так, всем спасибо. Ссылочка в описании. Нравится, нравится, сами все знаете. Опять же, забыл, говорил ли это или нет, но тем не менее. И, наверное, вот теперь точно пойду. Пока.